Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Так, сколько у нас тут время? 7 утра, отлично! Прям вовремя пришел на работу в полицейский департамент. Работаю я, ребятки, в полиции, уже лет 5, все нормально, с кентами, Бобби, Андрюха, все со мной работают. Вот оно, друзья, полицейский департамент, работа мечты. О, Бобби, здорово, пушку-то убери. Здорово, Диман, здорово. Убери пушечку это. Че, как делишки, братан? Слушай, да все в порядке, у тебя как? Да все нормально, отлично. Кстати, там новое дело пришло, я еще не смотрел, сегодня я сейчас вот гляну. Ну, интересненько, ну скажешь, что за дело потом. Да, давай, ты тут смотри, пока проверяй новые документы, если что, ты сегодня на диспетчерской сидишь, твоя смена. Окей, окей. Андрюха, кстати, на месте? Да вроде должен, да, но он там должен, по-моему, пончики хавать, у него обед, по-моему, ну иди проверь. О, Андрюх, здорово, что тут в камерах перебираешься? Да-да, здорово, Димон, сегодня я уборщик. А, сегодня твоя смена перебираться, все понятно. Ну ладно, сейчас еще увидимся. Так, ребят, короче, надо было мне проверить. Сейчас я в компьютере гляну. Так, карьер закрытая. Нифига. Так, ну-ка, Андрюх, Бобиса чего? Позови срочно ко мне, подойдите сейчас. Окей, окей, сейчас. Алло, Бобис, ты где? О, что такое, Андрюх, здорово. А там Диман зовет. Ну-ка, пойдем. Что такое? Быстро ко мне наверх. Ага. Так, мужики, пришло новое задание от начальства, прислали разобраться. В общем, на каком-то карьере были замечены странности, начали пропадать люди. Сначала пропали все рабочие, потом карьер остановили. Ну и сейчас поехали, получается, в этот карьер наши товарищи, только из Лего-Сити, и они пропали. Они не выходят на связь уже больше суток, и надо поехать разобраться, узнать, что там на этом карьере происходит, что там за аномалии, почему пропадают люди, как поняли? Все поняли, Бобис, ты понял? Так точно. Отлично. Выезжаем? Ну что ж, ребят, всем здорово, с вами по-прежнему Оверфони и Бобби, и добро пожаловать в Брикрикс. Всем хай, дорогие друзья. Здорово, чуваки. Ну что ж, сегодня мы, друзья, полицейские, едем смотреть, что ж там карьер, блин, какой-то заброшенный, разбираться с делами. Ну что, все, выезжаем потихонечку. Андрюх, давай за нами, братанчик. Ага, давайте. Давай, развернула. Все, давай. Едем, друзья, в карьер, едем смотреть, что там произошло. Андрюх, не отставай. Еще газу, поехали. Газу. Газу, мужики, вперед. Так, вот и подъезжаем мы, ребят, к карьеру. Посмотрите, прямо виднеется уже. Огромный такой карьерчик, мужики. Ага. Так, Андрюх, попробуй позвонить экипажу пропавшему. Попробуй связаться с ними, выйди с ними на радиоволну одну. Может быть, они ответят. Может быть, просто не ловил сигнал, а сейчас поймается. Воу-воу-воу. Нормально, Бобис, не переживай. Нормально, нормально, Бобис, не переживай, все нормально, едем. Я же профессиональный ездун. Ага, ездок. Первый. Ездун, ездок и ездец. И яйцо. Так, уже подъезжаем, смотрите, скоро близко будем. Они не отвечают, кстати, если что, офицер. Нет, нет. Ё-моё, так, странные дела, друзья, творятся в этом карьере. Да, конечно, блин, гигантская. Ага. Мужики, вы там далеко не уезжайте, меня занесло. Так, я вижу их машину, Бобис. Так. Так, я вижу их машину. Андрюх, ты где? Я еду, мужики, меня занесло. Давай быстрее, блин. Проверяйте пока машину, что там есть, нет ничего. Так, погоди, тут что-то написано, Бобис, на английском. Ты разбираешься? Прочитай. А ну-ка, сейчас очки одену. А, да, здесь написано, парни, что... Обратите внимание, этот карьер закрывается из-за последовательной неисправности оборудования. Строится новая площадка. Местоположение будет объявлено совсем скоро. Так, этот карьер закрыли, как я понял, из-за того, что оборудование вышло из строя. Все понятно. Но оно и видно, кстати. Оно и видно, да, ржавый. Но какие тут происходят пропажи людей? Я что-то нифига не понял. Так, смотрите, у них и машина тут, колеса только спущены. А так, в целом, тачка нормально выглядит. Полизей. Не понял, парни. Что такое? Странно, блин, почему машина нормальная, даже не повреждена особо? А где люди вообще сами? И так, тут никого нет. Погнали, попробуем наверх залезть. Вон туда. Я попробую, пацаны, по этому конвейеру забраться. Вы меня еще подстрахуйте, кто-то один снизу и кто-то один со мной. Я по лестнице. Так, давай, Андрюх, погнали. Поднимайтесь, мужики. Так, лезем. А как их звали-то? Кого звали? Кого, офицер? Полицейских. По-моему, Антон звали. Антон и как? Ренат и Егор, получается. Антон, звали. Ренат и Егор? Да, попробуйте покричать, может, они где под завалами какими, слышите? Может, где-то там? Какие-то завалы, я что-то не вижу. Мало ли, в каких-то этих они застряли или где-либо еще.
Потому что я пока не наблюдаю их даже свысока. А, мужики! А я даже и не заметил. Так, ловите меня. Аккуратно. Ты чё, псих? Эй! Я даже и не заметил. Они ж тут вот ленты уже огородили. Смотрите, типа, нельзя заходить. Тут они явно вели работу. А, вот, парни, может, вот сюда нам? Вот в эти вот штыри зайти, слышь, Андрюх? Давайте зайдем. Ну, давайте попробуем, ну-ка. Ну, погнали. А надлезай ленту. Так, давай, давай, парни, запрыгивайте, заходите сюда. Ой. Блин. Чё это тут? Ну-ка, чё за комната? Просто пусто. Тут досок много. Ё-моё, блин, странно, это тоже какой-то цех, видать. Может, их завалило, кстати, нет? Не знаю, может быть. Парни! Эй! А! Закрылась дверь! Дверь захлопнулась, какие-то зубы, газ! Газы, газы! Мужики! Ох, ё-моё! Чё это за место? Офигеть, где я? Бобис! Бобис! Вставай! Что такое? Кто ты? Вставай, 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 это я! Ох, ё-моё, где это мы? Я не знаю, где Андрюха? А, Андрюха! Где он? Андрюшка, братанчик, ты слышишь нас? Да, пацаны, что такое? Где мы? А мы там какую-то комнату зашли, это не она. Кто-нибудь помнит, что вообще было с нами? Я ничего Слушайте, не помню. Газы какие-то были, мужики нас что, отравили? А, газы, усыпляющий газ, мы зашли в какую-то комнату с зубами. И походу... Пипец. Нас проглотила комната зубами, и вот мы, может, внутри этой комнаты как-то стали? Ничего так не помню. Получается, Антона, Рената и Егора также поймали. Может, они где-то здесь? Давайте попробуем, во-первых, найти выход из этого помещения, во-вторых, попробуем найти пацанов. Вдруг у нас получится. Ну, давайте. Окей. Аккуратно, парни, давайте за мной дуйте. Надо найти как-то выход. Дуйте. Чё? Не-не, пойдёмте. Бобби, ты где? Бобис! Вот, мужик, да я вот за диваном. А, сзади, сзади. Ё-моё, блин, погнали, пацаны. Бежим, капец, бежим. Страшно. А! Ой! Парни! Что такое? Тут кислота! Что это светится? Ё-моё! Надо вылазить, парни, давайте как-то по зубам наверх вылезем. Давайте, давайте, давайте наверх, ну-ка. Не, короче, туда не пойдем, ребят. Еле вылезли, погнали в другую сторону, пацаны. Ну, пойдём. Это ловушка Джокера, мужик, была, походу. А, так там вон написано, exit, exit, ехит. Ай, блин, залепило. Все, нормально, быстрее проходите. Что это было? Смотрите, там какая-то песня. Ой-ой-ой. Ё-моё, что это? Что это такое, парни, было? Ё-моё. Диман, давай. А, что меня бьет? А, это рука гигантская. Капец, страшилка какая-то. Что за рука такая? Проскользни. Рука смерти, значит. Эй, залепила меж пальцев. Давай, давай, давай. Братан, давай, давай, ты почти долетел. Так, так, опа-опа. Все, пробежал, пробежал. Офигеть! Так, вон выход снизу, парни, го вниз. Давайте быстрее! Туда. Войдемте! Офигеть! Неужели, блин? Бежим, 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 выход! Тихо, тут опять что-то стреляют! Опять руки! Это какие-то шарики стреляющие! А там нет выхода, это обман, парни, там тупик! Назад! А нет, смотрите, тут ловушка Джокера! А как нам выйти, блин? В какую-то пасть, что ли, или что это такое? Что это за зубы, блин? Мы опять. Давай зубы, отстреливай! А как? Отстреливай их! Давай, давай, гаси! Давайте, мужики! Погнали, отстреляй, Борис! Капец, меня оглушило, мужики, помоги! Эти зубы, вот тут можно протиснуться, парни! Протиснись! Оп! Все, пролез, вы как? Бобис, сиди быстрее, я застрял за тебя! Пролазьте! Пролез! Бобис, пролез, Андрюха! Блинский! Ай, капец, парни, это очень жестко! Андрюх, ты пролез, нет? Пролез, пролез, сейчас, погоди! Давай! Вот, все нормально! Фух, ё-моё! Так, ладно, это была ловушка! Это обман! А вот и Ренат! Как капец. Так? А вот кусочек Рената. Кусочек Рената. Как так? Ты что сделал? Я утилизировал, чтобы уже никто не издевался. Блин, ребят, первого нашли. Так, окей, он, видать, не нашел двое. Выход. Может, они дальше пошли, вот как мы, прям вот сюда. Офигеть. Не, мужики. Знаете, что это мне напоминает? Это какие-то что? Лабиринты, блин. Это была Кошняк. Какая-то комната, как будто она живая. Живая Стойте. Комната, и в ней лабиринты. Что? А эта комната, эти проходы, они из мяса, походу, мужики. Ты думаешь, это мясо? Походу, да. Интересно, чье? Ну, новости так себе. О! Сзади страшилка! Опа, шипы какие-то вылезли. Так. Ну-ка, давайте за мной, мужики. Как, давай, куда? Давай, давай, быстрей. Направо? Сюда, походу, тут есть островок, можем пробежать. Давайте быстрее, пробегайте. Давай, давай, давай. Бежим, давай, бежим, давай. Бежим, это какие-то пасти прям захлопываются. Ух, так, фух, куда бежим, парень? Туда, туда, куда? Давайте за мной, ты, наверное, давай, Андрюх, тогда ты нас веди, короче, если мы умрем, то это ты виноват. И куда дальше? Не знаю, ну, как думаешь, туда и побежим. Ой-ой-ой, осторожней, еще одна пасть! Такая же пасть, так. Так. Давайте так же, аккуратно. Оп,
Аккуратненько проходим. Вот так, это, друзья, вы понимаете, вообще, это что-то невероятное. Это целые лабиринты в комнате с ловушками, с какими-то монстрами, с непонятными зубами, всякими руками и так далее, блин. Насчет рук. Диман! Нормально. Давай. Опа, давайте, меня туда пиво. Закинуло, нормально. Блин, мама. О, найс. Помогите кто-нибудь. Я прям сверху. Все. Нифига, ты что там сделал? Ты ее что, положил на лопатки, эту ловушку? Давай. Я прошел. Так, Андрюх, давай ты. Меня прикройте. Прикрываем. А-а-а, капец, мужики, не могу пройти сейчас. Давай, 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 давай. Ну а шо я, погнал, мужики, давайте с Богом. Давай, 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 опа. Вставай, Андрюх, вставай. Ё-моё, еще раз. Вот, прошел. Пускает меня, зараза. О, это вторая рука. Вставай быстрее. Все, встало, отлично. Ё-моё, фух. Капец, у меня кости болят, ребята. Вот это жесткач, братан. А это что такое? Так, давайте, я не знаю. Ой! Тихо, это вы зомби! Это видели? Нас подошли. Чё? Быстрее пропрыгивайте! Пропрыгивайте быстрее! Ай, блин! Вставайте, вставайте, быстрее, 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 быстрее! Подушите, мы горим! Меня кто-нибудь! Здесь тупик! У меня жопа горит! Все! Туши! Капец! Потушили! Мужики, давайте тушитесь, помогите! Все мне тушатся! Тоже. Да никто не потушился! Да. Погодите! Что? Такое? Это чья-то нога! Где? Тут ё нет моё. Ноги, у меня ничего где не вижу. Я ничего нету. А там что, не видите, нету? А вот там какие-то, да, тут есть что-то. А куда нам? Это тупик, блин. Это ловушка Джокера. Мы в тупик пришли, ладно, погнали дальше. Пробегайте. А куда бежать-то в итоге? Сюда, наверное, мужики. Давайте сюда попробуем. Давай, давай, давай. Тут опять эти, да? Опа! Блин, снова вверх ползти. Давайте, погнали наверх. По зубам. Так, ну что, пацаны, все залезли? Да. Так, двигаем, пацаны, двигаем, двигаем. Надо искать срочно выход, как говорил Гэндальф. Если не знаешь, куда идти, всегда полагайся на нюх. Где чище воздух, там и выход. Где чище воздух? Братан, тут, видимо, воздух слишком грязный. Воздуха вообще нет, потому что Бобис, как обычно, все испортил, ребят. Вообще ничем не дышим. Так, нам нужно туда. Ну погнали! Оття! Перепрыгивай! Полезли, пацаны, опять. Так, все, бежим, бежим дальше. Пробегаем, мужики. А нам что, прям обратно вообще? Мы вообще не в ту сторону пошли, не, да, не, изначально? Не, получается так. Ага, ой, Андрюх, а мы тебя тогда, да, послушали? Все прошли руку. Бобис. Погоди. Бобис, ты шо? Алло, Бобис. Он умер, Андрюх. Братан, его залепило. Андрюха, Бобис умер с концами. А! Так, все. Офигеть, ладно. Давай вдвоем выбираться. Ё-моё, ребят, Бобис умер, представляете? На капец, таком братан. Ровном месте на руках смерти Бобис умер. Как мы его не спасли, Андрюх? Это наша вина. Блин, Бобиса жалко, конечно. Очень жалко Бобиса. Ой, тихо, Андрюх. Меня там чуть-чуть задело, подкинуло, но вроде я за тобой. Что это за надгробие вылезло? Тьфу, блин. Слушай, походу, это та ловушка, которая нас закрывала, помнишь? А-а-а, все. Это ловушка Джокера, реальная. Точно, так, давай. А давайте сюда. Давайте сюда. Опа, рука, осторожней, я уже приноровился. Опа! Чё? Ехи, смотри. Так мы ж тут были. Погоди. Это ж в самом начале выход такой был. Не-не-не, погоди, тут же это. А-а-а. Не было прохода налево, если это самое начало. Ладно, давай, пошли тогда на выход. Окей. Так, аккуратно. А ты думаешь, это настоящий выход? Не знаю. Ай! Осторожней, братан. Все нормально, нормально, нормально. Так, смотри. Опа, Андрюх. Выход. Опять ловушка. Ой, тут смотри, мы прям ниже встали. Ё-моё, нифига себе. Так, Андрюх, мы спустились реально на один этаж ниже. Угу, отлично. Сколько тут вообще этажей, братан? Я без понятия. Андрюха! Это что такое? Тут есть машина, слышишь? Блин, его пули не берут. Андрюх, тут есть тачка. Так, так, аккуратно, аккуратно, Андрюх. Так, давай куда-нибудь спрячемся, а? Куда, куда? Куда? Давай здесь попробуем укрыться. Ты видел? Там машина, блин, была, Андрюха. Ё-моё, а что за машина там такая стояла? Так, сидим, сидим, сейчас посмотрим. Чё, как думаешь, надо пойти проверить, вдруг он мимо проехал. Что давай это проверим. Было вообще? Какая-то псина красная. Так, Андрюх, в багажнике проверь, может, что есть. Опа. Что там? Открывая багажник, там представляешь, шо? Что? Там базука есть, еще на тебя есть. Ого. Вот это кайф. Так, Андрюх, где этот монстр? Сейчас попробуем сразиться. Обернись. А вон. Проехал. Стой, давай тихо, за ним. Тихо, тихо. Или от него. Тут есть машина, может, нафиг, поехали, Андрюх. Так, сядь. Он тут стоит. Тихо, 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 сядь тачку. Погнали от него. Он задом сдает. Да пофиг, Андрюх, я поехал. Правильно, давай, давай, езжай. Сюда, Ержан, подстрелили. Ты чё, в смысле? Всё, дальше пешком, Андрюх, стреляй по нему. Вот это мы приехали, братан, с тобой, отлично. Да, на, блин, получай, крыса. А ему пофиг, беги дальше. Тачку разломали, ребят. Это был наш шанс на спасение. Андрюх, придется бежать пешком, искать эти выходы, лабиринты на своих двоих.
Так это хорошо, братан, он отвлекся на машину, у нас есть чуть-чуть времени, мы чуть-чуть... Он уже за нами, братан, он уже очень близко, он уже опять едет. Ё-моё, давай, беги уже! Бежим, братан! Бежать, капец, тут еще сколько везде, ё-моё! Так, я поглядываю назад, вроде как... Он блин, прям за нами преследует. Гонится, братишка! Куда бежать? Ты куда свернул? Направо! Ё-моё, уходи, надо было прямо! Беги. Давай, он бегу! Он рядом с тобой! Бегу! Он близко! Блин, Андрюха, не убегай, подожди! Чё, ты как блин, крыса? Близкий. Он близко, да я не крыса! Я хочу спастись! Так, получается, ты тоже крыса. Ты убегаешь от меня! Стоять, я до свидания! Я не от тебя убегаю, убегаю от монстра! Домой, блин, что это за монстр вообще такой, блин? Ну-ка, развернись, попробуем его стрелять. Давай вместе стрелять. Давай, на раз, два, три. Раз. Раз. Два. Три. Три. О, я башка отлетела. Пока время есть, беги, пока время есть, беги. Какой еще раз? Убегай, блин. Он, стоп, он едет до сих пор. Оно едет. Оно едет, убегай, блин, быстрее. Там вон какая-то стрелочка, кстати. Или что это такое? Какие-то эти символы. Стрелочка? Андрюх, портал. Прыгаем быстрее. Погнали. Давай, первый. Ё-моё, где мы, Андрюха? Что это за место? Не знаю, портал закрылся. Где мы? Арни, вы молодцы. Выбрались из лабиринта. Smile Room, что в переводе «улыбающая комната». У меня есть к вам предложение. Какое? Не хотите быть сотрудниками SCP-фонда? Что такое SCP-фонд? Что за улыбающаяся комната? Причем тут вообще лабиринт какой-то? Это был эксперимент, так сказать. И вы его прошли на 5 с плюсом. У нас друг умер в вашем лабиринте, мы полицейские. Мы разберемся, Андрюх, убегаем отсюда быстрее. Это бежим. Что-то невероятное, Андрюх, всем расскажем, что мы видели. Быстрее, смотри, блин, реально какие-то ученые. Какие-то ученые, ё-моё, давай, гавка. Валим, братанчик, отсюда. Ну что ж, ребят, вот такой вот видосик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Не забудьте подписаться на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а на этом у нас все. Всем удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.